Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Джоли. И сегодня я буду готовить очень красивый и бесподобно вкусный салат под названием «Букет для любимой». Для этого мне понадобится вареная курица. Вот я уже ее разделала. Сейчас я ее посолю. Так, добавляю сюда яйцо. Добавлю сыр, заправлю майонезом, все очень тщательно перемешаю. Вы думаете, салат готов? А нет, салат еще не готов. Это только заправка. Очень-очень хорошо перемешиваем. Теперь это отодвигаю в сторону и подвигаю листочки. Ну, теперь начнем самое интересное. У меня разных видов листочки. Здесь у меня руккола, здесь у меня шпинат, здесь японская смесь, горчичная вот листочки. Ну, в общем, все собрала. Все, что было у меня в огороде. Ну, теперь я попробую сделать. Я укладываю листики на листики. Теперь вот так внутрь салат и заворачиваю. Вот таким образом. Придется еще один листочек использовать. И вот у меня получился букет, и я его ставлю в тарелочку. И следующее, чтобы было красивее, можно использовать разные сорты листочки: руккола, шпинат одновременно. И вот может получаться вот такая красивая композиция. Так, теперь я нарезаю огурчик. Нарезаю помидорчик. Мне нужно вот такие долечки нарезать. Если у кого-то черри помидоры, то можно использовать и черри. Теперь подвину тарелочку с салатом, и на каждый букетик я укладываю огурчик. А на огурчик я поместила помидорчик. Вот, друзья, последний штрих, я добавила листочки. У меня получился букет для любимой. Вот такой салат я сегодня приготовила. Вот такой красивый салат. Вот на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И будьте здоровы!